Мы действительно играем такую музыку, которая одна в другую проникает, и нет никакого разделения. Молдавскую мы играем песню, или русскую, или какую-то еще, там, американскую можно. Да, мы играем совершенно разные, традиционные, народные песни, какие-то собраны в экспедициях, какие-то найдены в интернете, какие-то на неизвестных языках и даже выдуманных языках. Вот. Так что сегодня прям такую палитру вам покажем. Начнем мы с исторической такой песни во всех смыслах. Она историческая не только по жанру, но и потому, что она нет, в космосе летает, на пластинке записана. Это тоже очень интересно. Песня на болгарском языке. Thank you.
творчество начала. Вообще эта песня традиционно исполняется с волынкой, которая называется «Гайда» в Болгарии. Но у нас вот такой вот свой вариант тоже, что не менее прекрасный. Продолжая балканскую тему, у нас сейчас будет песня повеселее, македонская. Ну и традиционно я устраиваю такие вопросники. Кто угадает, да, квиз, кто угадает размер этой песни, тому не знаю, что, тому чуть-чуть придумаем, что-нибудь, ну, кстати, вполне возможно, вот, в общем, да, в общем, честь и почет. Такие весёлые музыканты, и все знают. Ладно. Хорошо. Но у нас будет потом еще один вопрос. Посложнее. Так. Дальше будет песня на выдуманном языке, почти можно сказать, что это так. Потому что на самом деле там зашифрован смысл внутри выдуманных звуков, соединенных сложным образом. Вообще, всегда это рассказываю, если кто-то вдруг был на наших концертах, уже, наверное, слышал эту историю. Но повторюсь, основа этой песни — это замечательный красивый трек из игры компьютерной Siberia. Вторая часть. Кто-то играл? Судя по звукам, вот здесь есть фанаты этой прекрасной игры. Очень атмосферная, прям такая про приключения, про путешествия, очень красивый, там потрясающий, конечно, красивый трек.
Вот, и не осталась к нему равнодушна и решила сделать вот такую вот, мы решили сделать такую вариацию на эту композицию. Вот сейчас послушайте, что у нас получилось. О, включите, пожалуйста. Thank you.
по всей этой игры Сибири, как вам? Эта атмосфера похожа, не похожа? А можно повеселиться? Можно. Сначала переход. Шауэн, 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 синий кинозор.
вас всех в хор, будем сейчас выступать вместе. Договорились? Прямо сейчас? Нет, на гастроли поедем. В североафриканский город. Так, знатоки, что это? Можно уже не рассказывай про инструменты, какие-то дудки тут. Все уже знают, что у тебя Юра там на 10 тысяч дудок. Вот, поэтому я ничего не предлагаю. Откуда такая тяга? К Африке? А красиво. Хочешь послушать? Красиво же? Инструмент, конечно, уникальный, потому что куда ни ткни, в какой вот этот вот язычок металлический, все красиво. Можно просто интуитивно там, глаза закрыть, лечь медитацию и вот так перебирать просто. Ну, и так вот прошло. В России корни африканские, там Пушкина. Ну, конечно, да, само собой. Вот, однако же мы ее будем использовать еще и в песне. Плюс к этим медитативным прекрасным звукам добавятся еще звуки других прекрасных инструментов. Это чар? Это чар? А, правильно, да. Так, Юра, дай-ка мне самую необычную твою дудку. Ну, неужели все знаю? Все обычно. Да. Ну, вот эту длинную давай, все узнают? Все знают, что это? Даже не говори. А вот это, кто знает? Всем рекордером, Нет, это лучше, чем был флейтер. Это сопилка. Вот. Раз мы уделили столько внимания Юре, я предлагаю... Другому Юре уделить внимание. Нет, я предлагаю коллективно поздравить его с днем рождения, который сегодня. Да. Сегодня у нас Капля. День рождения. Мы сердечно его. Поздравляем! Всеми с нами, друзья! Большая честь для нас! Вот так мы тут отмечать сегодня день рождения, я всем уже так и советую. На концерты группы Ария. Всем всем телефоны. Когда рождения, прям делают. А все ли знают песню «Многое лето», которая поется на желание... На 78 языках. Все знают, нет? Кто-нибудь знает? Точнее, кто-нибудь знает? Петя знает? Нет? А какой именно? Я знаю. Многое лето, многое лето, многое лето. Еще разок. Многое лето, многое лето, многое лето. Еще надо прямо спеть. Ну ладно, 31 октября у Юры будет сольный концерт. Вот, 31 октября. В кафе Пушкарев. 31 октября. Еще что мы рекламируем? Пушкарев. В честь дня рождения, можно? В клубе Пушкарев. Я тоже пою песни, как и Даша. И даже у Даши одну увел песню. Буду петь 31. Красивая песня, народная. Там часть народных, часть авторских, те, что написались за долгие годы. Ну, мы года три не играли концерты, редко даем. Ну вот 31-го собрались в Пушкареве, будем там у Даши на страничке, там вся информация будет. Да, уже завтра все будет. Билеты там, ну все такое. Спасибо, буду искренне рад вас видеть. Ну что ж, радуемся прекрасно. Прекрасные песни. Thank you.
Вот. Ну, надо пояснить, что было сейчас? Или и так все хорошо? Там знают, кто мы. Там все знают, наверное. Да. Нет, о другом речь. Нет, ну, почему вот такая песня, то плач, то вроде веселая какая-то часть, знаете? Ну, есть, конечно, да. То есть вообще в традиции есть и то, и другое. Это песня свадебная. И есть и в нашей традиции, и в других разных, что во время того, как происходит вот это все действие, свадебное сватовство там, и прочее, да, приготовление, девушка плачет. Ну, то есть натурально, да, гласит, плачет, рыдает, в общем, вот так. А есть, где этот момент более радостно проходит, ну, поэтому мы решили так соединить. Специально для вас. Казачий интерактив. Будем слушать? Да. Нет, для вас. Слава тебе, Господи, что мы казаки. В общем так, бывали в лесу когда-нибудь? Бывали вы в лесу? Слышали такое? Ку-ку. И что, говорит, да? Ага. Давайте так, если вы слышите ку-ку, то говорите ага. Да, дружно. Услышали ку-ку? Сказали ага. Так, такая песня. Сейчас я раздам. Ну, давай. Холодно, да? А вы подпевайте. Чем-чур. Ой, по воронам скакал, чем-чур-чур-рай, по неволю я попал, ку-ку. Ай, правда, милка, синие брюки, чем-чур-чур-рай, возьми меня на поруки, ку-ку. Но, говорит, синие брюки не продам, чем чёрный-чёрный. Раз попался, сидит там, ку-ку. Ага. А
окном. Чем чёрт, чёрт, а вышли денег на вино, ку-ку. Ага. Но, говорит, сукно я не продам. Чем чёрт? Полся сидит там, ку-ку. Ага. Ай, продай, милка, всех собак. Че-че-че-че-че-че. Выше денег на табак, ку-ку. Ага. Будет табачок. Но собак я не продам, она говорит. Че-че-че-че-че. Раз попался, сидит там, ку-ку. Ага. Ай, продай, милка, лебедей. Чем чёра, чёра, рай, а вышли денег на... Детей. Хорошо, на детей. Вышли денег на детей, ку-ку. А-а-а. А, говорит, лебедей, я не продам. Чем чёра, чёра, рай. Сидит там, ку-ку. Ага. Вот так лучше, друзья, не попадайте. Спасибо, Дмитрий. Ну и капля. Ну что ж, ку-ку. Так, последний шанс выйти потанцевать. Песня будет у нас веселая, задорная, быстрая, летняя. Мы как-то к зиме все ближимся. Близимся. Вот, а песни больше летние играем. Ну, так хочется. Поехали.
наше выступление прошло к концу. Спасибо за приглашение. Спасибо, Слободарья. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что так вот поколдовали, поворожили. Супер. Так, фото за общее фото. Приходите на концерт. Да, приходите и вообще следите за Дарой Ярой. Я говорю, что она прекрасна в любых форматах. И в таком вот камерном и полноценном бенде таком, отличный детский шоу.